Твери прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню России. На основных городских площадках были организованы концертные программы и спортивные состязания. Подробности далее. Центральным событием праздника стала церемония поднятия государственного флага Российской Федерации на площади Славы. Сразу после нее стартовал турнир сильнейших прыгунов в шестом и в длину Athletic League. Это одно из самых ярких спортивных событий года. В состязаниях приняли участие чемпионы России, Европы и мира. Тверь – единственный город в стране, где легкоатлетические соревнования проводятся не только на стадионе, но и на открытых площадках. Это соревнования с элементом шоу. Здесь как бы спортсмены прыгают под музыку, чтобы вовлечь в это интерес зрителей, как бы зрители поддерживают, а они находят рядышком между друг другом, может каждый дотронуться до спортсмена, там сфотографировать с ним. В числе зрителей на соревнованиях присутствовали воспитанники и руководители спортивных школ города. Были организованы мастер-классы, работали развлекательные площадки. Это действительно легкая атлетика на расстоянии вытянутой руки. Ведь прыжковый сектор находится буквально на расстоянии нескольких метров от места для зрителей. Судя по количеству людей и зрителей, всем очень нравится и детям, и взрослым это мероприятие. И способствует популяризации здорового образа жизни на территории города Твери. Также в День России в городском саду прошел концерт с участием муниципального духового оркестра. Праздники для горожан состоялись и на площадках перед городскими домами культуры. У меня лично праздник День России, как молодой праздник, ассоциируется именно с нашим подрастающим поколением, с нашей молодежью, с теми людьми, которые собственными руками, собственным трудом делают так, чтобы нам было не стыдно за нашу страну, и мы впереди видели только успехи. Познавательные программы, уроки патриотического воспитания, мастер-классы и конкурсы, приуроченные ко Дню России, прошли 12 июня в библиотеках и клубах по месту жительства.